Передачу о Петре I и его преобразованиях в первой четверти 18 века мы ведем из Ленинграда. И это не случайно. В этом городе, как в фокусе, отражена преобразовательная деятельность Петра, его начинание. Здесь, в центре города, стоит памятник Петру, работы Фальконе. Памятник этот весьма выразителен. Посмотрите на вздыбленного коня. Это вздыбленная Россия. Взгляните на всадника. Суровое лицо со взором, обращенным вдаль. Выразительный жест руки. Все это свидетельствует о непреклонной воле всадника. Обратите внимание и на змея, которого топчет копытами конь. Это конь борется с недругами России. Памятник динамичен, весьма выразителен, но главное его достоинство состоит в том, что этот памятник символичен. В нем очень глубоко, точно и выразительно схвачена сущность преобразовательной деятельности Петра. Этот город сохранил наибольшее количество архитектурных памятников, с осмотра которых мы и начнем свой рассказ о преобразованиях в первой четверти XVIII века. Первым гражданским зданием Петербурга считается деревянный домик Петра. Это летний дворец царя. Царь не любил роскоши и довольствовался двухэтажным дворцом. Сравните дворец Петра с дворцом Меньшикова. Князь был модником. Не в летнем дворце, а в четырехэтажном дворце Меньшикова, богато убранном, устраивались приемы и даже отмечались царем семейные праздники. Красивейшим архитектурным ансамблем является Петропавловская крепость. В центре ее находится Петропавловский собор. День закладки крепости 16 мая 1703 года считается днем основания Петербурга. Это здание общественного значения. В нем находилась кунсткамера, первый в России музей и первая в России публичная библиотека. А это здание 12 коллегий. В нем размещались правительственные учреждения. Отметим, что Петропавловский собор, кунсткамера и здание 12 коллегий были закончены уже после смерти Петра I. На территории Петропавловской крепости находится музей «История Ленинграда». Зайдемте в этот музей и посмотрим на его экспонаты. Петр основал новую столицу государства в 1703 году. Этот город существенно отличался от городов, возникших в России в предшествующее время. И прежде всего тем, что город застраивался по заранее составленному плану. Перед вами план города. Здесь и прямые улицы, и дома, выходящие на тротуар, и широкие площади для базаров, и парки.
А это макет типовых домов, которые надлежало строить в Петербурге. Вот в таких домах жили знатные вельможи. Это макет дома, в котором могли жить купцы, а простой люд жил в небольших одноэтажных мазанках. Перед нами макет наружной стены мазанки. Вы видите, что она окрашена под кирпич. Далее видна общая панорама города. Обратите внимание на большое количество лодок и кораблей на Неве. Это свидетельствует о том, что город превратился в крупнейший порт страны. Далее вы видите макет набережной. Там биты сваи, которые должны были укреплять берег реки. А здесь перед вами натуральные сваи, извлеченные из земли. Город застраивался очень быстро. К концу первой четверти XVIII века численность населения города достигала 40 тысяч жителей. Строителей в принудительном порядке приходили со всей страны. Вот перед вами землянка, макет землянки строители. Как видите, утварь была весьма убогой. Там внизу находятся лапти, обувь строителя. От изнурительного труда и антисанитарных условий жизни строителей многие из них умирали. Преобразования первой четверти XVIII века оставили глубокий след в истории нашей страны, потому что они коснулись всех сторон жизни государства. Это они вызвали изменения и в экономике, и в социальном строе, и культуре, и быте. Когда мы характеризуем преобразование Петровского времени, мы должны часто употреблять слово «первый». Действительно, при Петре были созданы первые профессиональные учебные заведения. При Петре были созданы и основаны первый музей, первая библиотека, первый театр, первый регулярный парк, летний сад, первый курорт в стране. Стала выпускаться первая в России печатная газета «Ведомости». Везде, как мы видим, первый. Но самые существенные изменения произошли в экономике страны. Здесь Россия в своем экономическом развитии сделала крупный шаг вперед. В России существовало на грани 17-18 столетий всего десяток, максимум 12 мануфактур, то есть крупных промышленных предприятий. К концу первой четверти 18 века таких предприятий, то есть мануфактур, стало около сотни. Я не оговорился, именно около сотни. Несколько мануфактур возникло и в столице государства, Петербурге. Перед нами план размещения промышленных предприятий в Петербурге. Крупнейшим из этих предприятий было Адмиралтейство. Вторым по значению являлся Литейный двор. Перед вами далее изделия шелковой мануфактуры, которая принадлежала купцу Милютину. Обратите внимание на достаточно широкий ассортимент изделий этого предприятия. Каковы же итоги промышленного развития страны? Они очень значительные и впечатляющие. Россия до преобразований возила и железо, и медь. К концу преобразований она стала вывозить железо. Вывозила она и парусину, тоже изготавливавшуюся на мануфактурах. Таким образом,
Россия в известной мере за время преобразований преодолела экономическую отсталость страны. Составной частью преобразований Петра I являлись административные реформы. Они проводились в течение всей первой четверти XVIII века. Начались они с учреждения губерний, а в 1711 году Петр I, отправляясь в прусский поход, издал указ об учреждении нового органа, центрального органа, который должен был заменить Боярскую думу. Этим новым учреждением был правительствующий Сенат. В 1718-1720 годах были организованы центральные учреждения, которые назывались коллегиями. Перед вами здание 12 коллегий. Это самое монументальное сооружение Петербурга Петровского времени. Оно имело длину 400 метров. Обратите внимание на то обстоятельство, что здание поделено на 12 равных частей, причем поделено крышей. Этим подчеркивалось, что все коллегии, которые должны размещаться в этом здании, имели одинаковые права и обязанности. Все учреждения Петровского времени имели уставы и регламенты, которыми они руководствовались в своей деятельности. Президентами коллегий назначались русские люди. Исключение составлял только президент Берг и мануфактур коллегии Яков Велимович Брюс, иностранец. Он пользовался огромным доверием Петра. На этой гравюре показан Брюс. В годы войны он командовал артиллерией России. И как артиллерист, человек, знакомый с горнорудным делом, ему именно и было поручено управление горнорудной промышленностью России. Немалое значение в преодолении отсталости России имело завоевание выхода к Балтийскому морю. Глядя на карту России 17 века, мы видим, что наша страна на юге и западе была отрезана от морских путей. Заручившись союзом с Данией и Саксонией, в 1700 году Петр начинает войну со Швецией за выход к Балтийскому морю. Она была долгой и изнурительной и продолжалась 21 год. Началась Северная война с тяжелого поражения под Нарвой, которую русские войска осадили в октябре 1700 года. В этом сражении наши войска лишились всей артиллерии и офицерского состава. Второе крупное сражение произошло 8 лет спустя у деревни Лесной. Шведы встретили армию, не похожую на ту, с которой имели дело в 1700 году. Это была армия, располагавшая кадрами русских офицеров, обогащенная опытом ведения войны, хорошо вооруженная, а главное, научившаяся бить шведов. Русские войска к этому времени овладели Нотебургом и устьем Невы, захватили Нарву, у стен которой потерпели поражение в 1700 году. В артиллерийском музее Ленинграда можно увидеть пушки отечественного производства 6 различных калибров, предназначавшиеся для выполнения различных боевых задач. Ими была вооружена вся сухопутная армия. А эта пушка была отлита на Олонецком заводе в присутствии самого Петра. Однотипным было не только вооружение, но и обмундирование. Перед вами мундир из сукна яркого красного и зеленого цвета, в которые были одеты солдаты сухопутной армии. Сражение у Лесной завершилось полным поражением шведских войск. Было захвачено в качестве трофеев много тысяч шведских повозок. Шведы понесли также и огромные потери в живой силе.
Следующее, третье, крупнейшее сражение Северной войны, которое и решило исход этой войны в пользу России, произошло под стенами Полтавы 27 июня 1709 года. Воевавшие армии под командованием Петра и Карла XII сосредоточились у стен небольшой крепости Полтавы. Накануне сражения Петр обратился к своим войскам с речью. По преданию, он эту речь произносил у этого знамени. Он сказал, обращаясь к солдатам: «Воины, вы защищаете не Петра, а государство Петру вручен». Карл XII тоже обратился с речью к своим солдатам. Но шведская армия – это была армия захватчиков. И поэтому Карл XII взывал не к патриотизму своих солдат, а соблазнял их вкусным обедом в шатрах московского царя. Сражение 27 июня 1709 года было скоротечным. Оно продолжалось всего 2 часа. Шведская армия была разбита на голову. На поле битвы шведы оставили 8 тысяч трупов, а остатки разгромленной армии в панике бежали на запад, где у Переволочны на Днепре они были пленены русской армией под командованием князя Меньшикова. Таким образом, после Полтавской победы русские могли заключить мир, но Карл XII о мире и слышать не хотел. Именно поэтому война продолжалась еще 12 лет. Шведам уже не было, у шведов уже не было сил защищаться, поэтому русские войска без труда овладели южным побережьем Балтийского моря, одержали ряд побед, и прежде всего морские победы у Гангута в 1714 году и Грингама в 1720 году. В 1721 году Россия заключила со Швецией победоносный Ништадтский мир. Выход к морю был завоеван. Это событие, то есть заключение мира, в Петербурге и в Москве было торжественно отпраздновано. Главный итог преобразований, а также итог Северной войны, состоял в том, что Россия превратилась в морскую державу. Но это превращение удобнее всего нам проследить по материалам Военно-морского музея. Начнем с осмотра ботика. Петр любовно называл его дедушкой русского флота. В 1723 году на Неве была устроена торжественная встреча, доставленного из Москвы ботика с кораблями Балтийского флота. На ботике гребцами работали адмиралы, в том числе и царь. Ботик чествовали залпами из 1500 пушек боевых кораблей. С ботика отвечали тоже выстрелами из маленьких пушечек. Обратите внимание на макет Адмиралтейства. Это было самое крупное предприятие не только Петербурга, но и всей России. На нем было занято до 10 тысяч работников. На верфи умели делать все, от киля до верхушки мачт. Верфь одновременно являлась и крепостью. Она была обнесена валом, за которым следовал ров. Адмиралтейство имело также и пушки, готовые в любой момент защитить и крепость, и город. С верфи спускались корабли разных типов, от галер до линейных кораблей. На галерах помимо парусов использовались также и весла. Вы видите модель корабля, сделанную самим Петром. Известно, что Петр I числился в штате
Адмиралтейства и получал там жалование. А эта медаль выбита в честь захвата двух шведских кораблей в мае 1703 года. На гравюрах показаны победы русского флота у Гренгама и мыса Гангут. Победу у Гангута Петр сравнивал с Полтавской викторией. При Гангуте был захвачен в плен флагманский фрегат и 9 других кораблей. Флагманский корабль назывался «Элефантом», то есть «Слоном». Во время триумфального шествия победителей был нарисован слон, на спине которого сидел орел. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит». Флот был любимым детищем Петра. Царь сам составил морской устав, обобщивший опыт боевых действий русского флота. В предисловии к уставу Петр писал: «Государь, располагавший только армией, имеет одну руку, а тот, кто кроме армии имел флот, имел две руки». Вот так выглядит морская форма первой четверти XVIII века. Рассказ о личности самого преобразователя мы будем вести из Государственного Эрмитажа. Здесь собраны личные вещи царя. Перед нами скульптурный портрет Петра, выполненный современником царя, скульптором Растрелли. Это парадный портрет царя. Петр, как царь, был человеком необыкновенным. Он единственный в своем роде, не только в нашей отечественной истории, но и мировой истории. Отличает Петра прежде всего разносторонняя, многогранная одаренность. Он был великолепным полководцем и столь же блестящим дипломатом. Он был выдающимся законодателем и столь же выдающимся администратором. Короче говоря, Петр владел в совершенстве двумя предметами, предназначавшимися для диаметрально противоположных целей. Он владел великолепно пером, и с таким же успехом он владел и шпагой. Существует представление, что Петр был человеком необычайно телосложения и богатырского здоровья. Такое представление является ошибочным. Сейчас мы в этом убедимся, когда подойдем к так называемой восковой персоне Петра. История ее создания такова. После смерти Петра скульптор Растрелли снял маску с лица царя, а доктора вымерили размеры всех частей его тела. В итоге была создана фигура Петра. Ее одели в кафтан, который носил Петр при жизни. По преданию он был расшит руками его жены Екатерины I. На голове восковой фигуры парик, сделанный из волос Петра. Эти волосы были им обрезаны жарким летом 1722 года в Дербенте во время Каспийского похода. При росте в 2 метра 4 сантиметра Петр имел узкие плечи. Для гигантского роста непропорционально маленькие руки и ноги. Он носил 39-й размер башмаков в переводе на современные размеры. Посмотрите на гардероб Петра. Здесь находятся вещи, которые носил царь. Плащ японча, а также мундир артиллериста. Перед нами секретер или рабочий стол Петра. Судя по габаритам этого секретера, можно без труда узнать, что он, предположить, что он принадлежал рослому человеку. Петр, как правило, работал за секретарем стоя. Здесь вот писались письма Петром, составлялись указы и чертежи кораблей.
Петр в детстве не получил основательного систематического образования. Если в зрелые годы Петр был великолепным кораблестроителем, знал артиллерийское дело, инженерное искусство, разбирался в астрономии и прочих науках, то этим он был обязан непрерывному совершенствованию своих знаний чтением разнообразных книг. Петр любил ремесла, и ремесла эти давались ему без всякого труда и напряжения. Он был и кузнецом, и плотником, и кораблестроителем, и сапожником, и штукатуром, но более всего Петр увлекался токарным делом. Перед нами серия станков из токарной мастерской Петра, в том числе станок изобретения Андрея Константиновича Нартова, царского токаря. Каждый из стоящих здесь станков имел свое назначение, на каждом из них вытачивались определенные вещи. Но шедевром токарного искусства токарной мастерской Петра является паникадило. Это паникадило, изготовленное из слоновой кости. Оно имеет 3 яруса и 27 рожков. Помимо паникадила, Петр любил вытачивать на токарных станках всякого рода безделушки, украшения и одаривать им своих приближенных и вельмож. Перед нами одна из таких безделушек – табакерка, приготовленная из слоновой кости Петром. Петр мог быть и нежным, и жестоким. Передо мною письма Петра, отправленные матери и собственной супруге. Вот что он писал в 1689 году, обращаясь к своей матушке. «Всемилостивейшей и дражайшей моей матушке, государине царице Наталье Кирилловне, сынишка твой Петрунька, о здоровье твоем присно слышать желаю». Обращаясь к Екатерине, он часто писал так: «Катеринушка, друг мой сердечненький, здравствуй». И в то же время Петр сам рубил голову взбунтовавшимся стрельцам, принимал участие в их пытках. Петр обладал редчайшей способностью угадывать таланты. Среди сподвижников Петра мы находим и людей знатных, и незнатных. Таким был Петр, самодержавный царь, выразитель интересов своего класса, насаждавший новое и убиравший старое варварскими средствами. Он был сыном своего века, но он был подлинно велик, ибо заботился о судьбах страны, росте ее могущества. То, что сделал Петр вместе с народом и против народа, оказало огромное влияние не только на последующие исторические судьбы России, но отчасти и Европы. Петр был и остается одним из великих государственных деятелей, имя которого навеки принадлежит своей стране и истории.